Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Poreno 12F, и сейчас я покажу вам, как открыть настройки разработчика. Открываем настройки и проходим в раздел об устройстве. Здесь мы выбираем версии и номер версии. И можем нажать несколько раз. Мне не нужен, я уже разработчик. Вы нажимаете несколько раз, после чего потребуется ввести пароль от экрана блокировки. После этого переходим в дополнительные настройки, и здесь у нас есть режим для разработчика, возможности разработчика. Можем перейти в него, ознакомиться с настройками. Если захотите отключить данный режим, убираем отсюда галочку, выходим, и он исчезает из настроек. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.